Всем привет, с вами канал Все про Android, и продолжая обзор приятных мелочей для смартфонов, сегодня посмотрим на вот такое вот защитное стекло. В общем-то, стекло предназначено для того, чтобы защитить дисплей вашего смартфона от царапин. Назначение, в общем-то, такое же, как и в пленке. Мне пришла вот такая посылка, все находится в таком вот интересном чехле. Две салфетки для протирки, одна салфеточка для протирки после, для предварительной, вернее, протирки, вторая для уже окончательной. Вот такая вот, скажем так, пленка абсорбер для снятия пылинок, если они попадут на дисплей, и сама пленочка. Все выглядит вот так вот интересно. Находится в таком вот виде, то есть две стороны, одна сторона закрыта клейкой лентой. Вот так выглядит стекло, видите, что это не пленка, это стекло. Поклейка, в принципе, такая же, как и на дисплее, как вы клеите пленку, но немножко другая структура, фактура. Пока не знаю, это первое такое защитное стекло, которое буду клеить на свой смартфон. После поклеечки покажу результаты и покажу, как все это дело выглядит. Стоит, да, вот толщина стекла указана 2,5D. Есть инструкция на обратной стороне поклейки. Все пришло в таком чехле, несмотря что чехол вот немного лопнул. Само защитное стекло, оно целое. Ну, после поклеечки покажу, как все это дело выглядит. Видите, что это стекло, это не пленка. Посмотрим, как будет в эксплуатации. Поклею, выложу. Ну, вот поклеил стекло, вот так вот оно выглядит. Сейчас попробую покрутить краешки, чтобы было видно. Думаю, что нормально будет видно все. Все великолепно работает, стеклышко отрабатывает. Кстати, да, первый раз неровно поклеил. Стекло просто поддел ногтем, отодрал и провел повторную поклейку. Тут, есть абсорбер, я показывал в начале видео. Сохраните его, возможно, придется стекло переклеивать. Он отлично собирает пыль. Ну вот, в общем-то, и все. Надеюсь, что видно. Вот оно стекло, так лежит. У меня закругленные края на смартфоне, поэтому, возможно, вот по краю не прилегает. На ровных краях все будет отлично. Всем пока!